What's up, guys? I recently completed this game, Spartacus 1941. It's an excellent commando-style game, and but it's quite particular because it's based on the Eastern Front. So, let me show you its beginnings. So, let's go. Play on normal. 22 июня 1941 года в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В первые месяцы боевых действий советские войска понесли катастрофические потери. Под натиском опытного противника, закаленного сражениями в Европе, Красная Армия была вынуждена отступать вглубь страны. Захватчики стремительно продвигались вперед, сравнивая с землей города и сжигая деревни. Пали Минск, Смоленск, Новгород. Бомбардировкам подверглись Киев, Севастополь. Под угрозой оказались Ленинград и Москва. Тысячи советских бойцов оказались в котлах, в том числе командир роты капитан Зорин. При попытке выйти из окружения он был взят в плен и доставлен в ближайший ГУЛАГ. Из пересыльного лагеря его должны были отправить вместо постоянного содержания. Понимая, что для него и товарищей это будет дорога в один конец, он начал готовить восстание, но фашисты об этом прознали. So I should mention, this is in, the game is in Russian. It can be in English, but I changed it to Russian because it's more original, since these fellows are Russians. So I felt that it's better to play like this. It's more realistic. Sind Sie es? Warum sind Sie so seltsam angezogen? Es hat etwas gedauert, bis wir diese zwei im Wald geschnappt haben, Herr Kommandant. Hauptmann Zorin. Kapitän Zorin. Nedolozhili? Dass sie die Gefangenen zum Aufstand angestiftet haben. Das haben wir damit vor. Ihr Krieg ist vorbei. La was vola konche. Iskoa, она закончится для всей Красной Армии. Ошибаетесь. Мы вас еще до Берлина гнать будем. Wir werden euch schon bald zurück nach Berlin jagen. Unser ist gewiss. Наша победа свершившийся факт. Москва и Ленинград сдадутся через одну две недели. Was habt ihr dem Deutschen Reich schon entgegenzusetzen? Was nicht Chance auf Gott, Felipe Germanin. Wir erinnern uns, dass die Frage der Chemie как wir. Все люди рождаются равными, но вы, гитлеровская мразь, к ним не относитесь. Was für ein Schwachsinn. Bringt ihn nach draußen zur Exekution. So gut wie erledigt, Herr Kommandant. Halt! Давай, Гарри, стреляй! Нас 170 миллионов! Все равно всех не перестреляете! Что это? Тревога? Наверное, старшина поднял бунт. А жаль, я не с ними. Придется бежать в одиночку. И винтовку не взять, руки связаны. Попробую пройти вдоль забора, пока охранники отвлеклись. So, let's escape. Halt, das ist ein Befehl.
cone is the enemy's vision. So we have to stay away from it to avoid detection. The key to success to this game is patience. Teilt euch auf! Durchsucht das Dorf und den Wald! Findet und erschießt die Flüchtigen, es darf niemand entkommen! Zu Befehl! Soldaten, mitkommen! Кажется, он приказал им тут все прочесать. Значит, еще кто-то сбежал. Тише, Ша. Всем пригнуться. Tactical map of the prison. Не шумите.
Тихо. Let's level up. Going for the throwing knife skill. That's an extremely important skill in this game. We'll try it on that foot soldier. Не подведи. Есть. There. Pick up our knife. Это мне еще пригодится. And carry on. Сейчас уложусь. Спасибо, что подержал. Не шуметь. Не обнаружен. Не подведите. Когда же вы закончитесь? Это мне еще пригодится. Окей, we're out. So we'll use a stone to distract these guys over here. That worked flawlessly. Эй, ты чего? Поднимайся! Чуть-чуть же совсем осталось! Не могу, рано. Оставь меня, Санёк, и беги. Беги, пока немцы тебя со мной не заметили. Какой беги? Ты с ума сошел? Наши своих не бросают. Я тебя на себе понесу. Отставить. Я понесу. Капитан, живой. Я думал, вас расстреляли. Да со мной все в порядке. А вот тебя, я гляжу, потрепали. Нужно перевязать твои раны, но сначала найдем безопасное место. У деда в лесу есть землянка. Там немцы вас не достанут. Сколько до нее добираться? С раненым по лесам и болотам мы далеко не уйдем. Об этом я не подумал. Еще могу отвезти вас к дяде Васе в Михайлово. Он вас фашистам не выдаст. Отлично. Веди. So, this was the introduction. It went well. Ну как? Ему лучше? Лекарства еще не подействовали, но думаю, выкарабкается. Он у нас парень крепкий. Лесгафтовец. А кто это? Лесгафтовец. Спортсмен. Студент физкультурного института. Есть такой в Ленинграде. Слышь, хозяин, мы у тебя переночуем, а утром уйдем. Санек говорил про какую-то землянку в лесу. Это та, что Трофима? Охотник?
Даяне. Ой! Ой! Смотрите! Смотрите! Полицаи! Полицаи! Они, наверное, нас ищут. Что делать? Что делать? Тебе оставаться в доме со старшиной. А я выйду к ним. Поздороваюсь. Постойте. Возьмите под половицу пистолет и лекарство. Из вас бы получился отличный подпольщик. Ждите здесь. Слушай. Тише, шер. So we got a historical item in this collection. This provides some background of the Second World War from the Russian-Soviet perspective. Gun. Non-aesthetic and some bandages and food that will be useful later. Course of action is to hit one with a knife, throwing knife, and shoot the other. But we have to take cover behind these stacks of lumber. Лови, гад. О, за мной. Прекратить огонь! Что там за шум? Где командир? Снаружи. Разбирайтесь с полицией. Придется вам уходить. Места тут болотистые. Да еще и дожди взорвут. Добраться до леса можно только по гать. А гать начинается за деревьями. Вам нужно будет пробраться дворами, а дальше Санек вас проводит. А вы? Не пойдете? Я вас замерю. Идите без меня. Свидимся, когда все уляжется. Спасибо. Спасибо, дядь Вась. Идем. Заберем у фашистов оружие. Не голыми же руками воевать. Okay, let's save the game. The second slot. Okay, let's not forget our knife. Моя верная фига. Upgrade the skills of our comrades. Да. А? Thank you.
Поручите мне что-нибудь. Что это за полицаи, Санек? Речь у них русская, да и лица вроде простые, советские. Неужто это наши с этими тварями спутались? Никакие они не наши, понятно? Предатели, вот кто они. Полицаи служат коменданту за деньги. Некоторые хуже немцев. Это кем нужно быть, чтобы пойти на службу к фашистам и мучить своих же? Вон еще стоит. Пойдем спросим. Осторожно. Oh, let's use a bandage on our friend, because he is wounded. Сейчас помогу. Okay, let's have the partisan with the rifle here. Не мое, не прятаться. Что дальше? The guy with the shotgun behind the wagon. Because shotguns are extremely effective in close quarters. Тихо. And the commander with the handgun also behind. Чтобы дети в прятки играть. Страшновато. Go. Ой, я кончил. That went well. Спокойно. Cancelled the bodies. Bullets and bandages. Долго мне еще прятаться. Окей, let's carry on. Зевать. Подумаешь, рано. А? Хочу быть полезным. Тише, ша. Or not this here. And to have to pass through there because the way is blocked. Okay. So let's get Sanyok. Прокрадусь потихоньку. Заметили? Что делать? Показалось. Тихо. Аж ладошки вспотели. Сержант. Mm.
А может, в атаку? Humming is quiet in the Russian, by the way. Let's give these shells to Sanyok because he has commander. Я справлюсь. Поручите мне что-нибудь. Civilians. Okay. Что мне делать? Не шумите. Let's deal with them. Я справлюсь. Слушай. Ничего, справимся. Всем пригнуться. Сюда бы роту пулеметную. Я же был осторожен. Что дальше? Got an injury. But he's not dead. Дети в прятки играть. Боль закаляет. Вот опыт разведки пригодился. Кто не рискует, тот не выигрывает. О, cool. We have a grenade.
копит. Спокойно. За одного битого двух небитых дают. Боль закаляет. Опять по кустам ползать. Прокрадусь потихоньку. But I would like to kill them. The grenade would be very helpful. Сюда бы пулеметный урод. А может в атаку? Спокойно. Тихо. Now let's wait for the opportune moment and throw a grenade. That's the area of effect. Yes. We got them all. Спасибо, что поддержал. Страшновато. Сюда бы роту пулеметную. Let's kill these guys with stealth. Не подведи. Этот готов. Жмор. Обшмонать бы. Вот так. Победа. Это мое. Спокойно. Last stop to kill and we're done. Командир? Прокрадусь потихоньку. План не входил. Что дальше? Ой, чёрт! Опять по кустам ползать. Не торопимся. Атака!
Сюда бы роту пулеметную. Да? Ничего мне не больно. Глядеть в оба. Didn't go well, but we're still alive. Вперед. Кто не рискует, тот не выигрывает. Слушай. Не обнаружен. Прокрадусь потихоньку. Тихо. Ой, черт! Укрытие быстро. Атака! Пал! Осторожно. Еще один в нашу пользу. Didn't go too well, but we did it. Подумаешь, ссадина. Подумаешь, рано. И ничего мне не больно. А, где наша не пропадала? Oh, let's upgrade our guys. Пришли. Дед сейчас на охоте. Вернется через несколько дней. Да тут не охотничий домик, а целая партизанская база. Так я же говорю. Ее для нашего истребительного батальона готовили. Да, все, что нужно. И место хорошее. Ну, давайте располагаться. Вижу, вы добрались благополучно. А я хвилювався, щоб німці вас не зустріли по дорозі. Живими би вони нас не взяли. А як в деревні діла? Да плохо. Спочатку поліцаї по домам прошлись, що було цінного винесли. А потім уж солдати приїхали з комендантом лагеря у главі. Все. Нет більше держави. Ви вже вирішили, що предприймете далі? Останетесь или попытаетесь пройти через линию фронта? А далеко она сейчас, линия фронта? Говорят, немцы уже чуть ли не под самым Ленинградом стоят. Быть такого не может. Сами немцы, небось, эти слухи распускают. Ага. Скажи еще что-нибудь, чтоб Красная Армия отступала. А ну-ка тихо. Сейчас обустроимся и отправим разведку.
Выясним, что делается в округе, и тогда уже будем планировать наши действия. Дело, говорите, товарищ капитан. Давайте я пока нам хозблок оборудую, чтобы было где делать бинты и гранаты. So that's it, guys. This is our Partisans headquarters, and I'm going to cut it here. I'll record further missions. So I'll see you guys next time. Goodbye.